Всем привет! Сегодня у меня такое довольно спонтанное видео, потому что я решила изменить свой образ к весне. И что уже середина апреля, меня это никак не волнует. Тем более, недавно у меня был день рождения. Мне исполнилось 17 лет, поэтому я чувствую до сих пор какой-то прилив энергии, поэтому мне хочется поменять что-то в своем образе. Но что еще, как бы, менять? Переходим к покраске волос. Обалденный переход, правда? Так, вот так вот приближаемся немножечко. Какой бантин? Так, мне уже Даша, здесь стоит Даша, если кто не знает. Она за кадром, я ее не буду показывать, потому что она красивее, чем я, поэтому, чтобы вы... Сюда. Будем сейчас краситься, мне уже Даша закрепила пакет. Мне кажется, получилось хорошо, я уже расчесала свои грязные волосы. И, по сути, как сказано в упаковочке, у меня должен получиться вот... Вот такой цвет. Ну, будем надеяться, что у меня получится такой. Я еще не знаю, буду ли я красить всю голову или какую-то часть. Но я думаю, если хватит на всю, то буду всю. Вот, но перед этим, так как я купила лишь одну пачку краски, я думаю, подстричься. Как тебе эта идея? Отличная идея, сказала Даша. Вот так. Я это делаю всегда одним и тем же способом. Сначала я делю волосы, прям всю бошку на две части, потом резиночками регулирую длину, которая мне нужна, и отрезаю выше резиночки. Так. Сколько мы сегодня будем резать, как думаете? Так? Не, я думаю, слишком коротко. Думаю, где-то вот так в самый раз. Так, вот мои ножницы, они, кстати, не точёные, все как надо. Погнали. Я уже сказала, они не точёные, классно, да? Че ты ржёшь? Они очень... Они оказались очень не точёные. Я как пилой работаю. Ладно, все, отрезала. Ты мне подровняешь сейчас. Без комментариев. Так, ладно, неплохо. Так, ладно. Как-то очень коротко получилось. Мне кажется, очень коротко получилось, знаешь. Где я хорошо? Да это хорошо! Да нет, еще 5 месяцев, блин, сколько лета. Еще 2 месяца ждать лета. Ладно. Я себе говорила, никогда больше не сделаю удлиненную каре, и вот она я. Ладно, неплохо. Сейчас мне Даша за кадром подровняет, и я вернусь, чтобы красить волосы. Представление стандартного набора палет. А не Пантин. Вот такой тюбик у нас есть. Вот такая мазюкулка. Вот такая. И перчаточки. Погнали. Так, выкидываем. Все. Так, выдавливаем, короче, все содержимое. Я думаю, вы видите это. Мне кажется, я отрезала себе очень коротко. Даша сказала, я должна привыкнуть. И просто я не привыкла пока, но я просто уже была с такой прической в году так 2017, наверное, короче, когда была еще мелкой. И я не хотела больше никогда такую стрижку, но вот теперь я просто вижу в зеркале себя из 2017-го. Смотрите, она уже стала такого цвета красненького. Понятно, но первые строчки занимают.
10, я пойду смываться. И уже увидимся, когда я буду красная. Смотрите. Не знаю, на камере они не выглядят такими красными, как они есть в жизни. Сейчас я включу основное освещение и покажу вам цвет, если получится. Ну вот так вот выглядят теперь мои волосы. Как вам? Мне кажется, охеренно получилось. В жизни, если что, они выглядят намного ярче. Просто сейчас я вам включила мое основное теплое освещение в комнате, при котором можно хотя бы разглядеть красный оттенок. Вот. Мне нравится, что они получились не прямо ярко-красные, они получились просто как будто в палитре есть такой цвет, вот так скажу, в натуральной палитре. И я очень довольна. Вчера мне показалось, что очень как-то коротко, но потом, проснувшись утром, я увидела girl. И сейчас я очень довольна результатом. Так, все, заново включаем всю красоту. Ну что, мои пусечки, на этом было все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. И если вам понравился, поставьте лайк. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, все-все-все, как вы знаете. Написать мне, может быть, пару приятных слов по поводу этого видео, если вам понравился подобный формат. И напоследок, я вас всех очень сильно люблю. Целую вас в лобик. И всем пока-пока. Закончила.